Еще несколько лет назад в Чувашии начала действовать программа, по которой в квартирах детей-сирот и тех, кто остался без попечения родителей, за счет республиканского бюджета делают ремонт. Сейчас работы идут в квартире 15-летнего Александра. Он живет вместе с семьей своего старшего брата. Саша официально с нами под нашей опекой 2 года. Но он жил с нами еще до этого, когда еще были родители. У нас есть своя семья, 2 детей. Не скажу, что легко, тяжело, с мальчишками, дети растут, подростки. Но то, что государство нам подарило ремонт, это вообще замечательно. Право на ремонт имеют дети, которые остались без попечения родителей, и сироты от 14 до 23 лет. Еще одно условие – они должны быть единственными собственниками данного жилья. Это носит заявительный характер. Мы, как органы опеки и попечительства, которые осуществляем контроль за условиями проживания, содержания детей в установленные сроки, очень хорошо знаем, кому принадлежит какое жилье. В ходе обследования выясняем обстоятельства, требуется ремонт, не требуется ремонт, и предлагаем опекунам, попечителям обратиться в администрацию Калининского района с заявлением о необходимости проведения ремонта в этих жилых помещениях. Это уже 7-я по счету квартира в Калининском районе, которую ремонтируют по данной программе. Ольга Пырочкина, Мальвина Петрова, Валерий Резюк.